Всем привет! И сегодня я снимаю видео в таком формате, потому что я скоро уеду, и не будет у меня возможности снимать пока как-то по-другому. Так как я уезжаю, в общем, из страны, мне некоторые вещи не нужны. Много места они будут занимать в чемодане, и я это все могу, в принципе, со временем приобрести. И я решила эти вещи либо отдать, либо выбросить. И это видео будет про зачистку, в принципе-то, потому что я выбрасываю и отдаю какие-то вещи, которые мне не нужны. Основные продукты, которые мне очень нужны, и какие-то must-have я забираю. К примеру, вот такие вот лаки, ноготок серого оттенка, такой вот, не знаю, покупала в трешке. Вот это тоже такой... Такая вот фирма, не нужны, в принципе, они повторяются, такие оттенки. Основные я оставила, вот такой вот черный флормар тоже, в принципе, я в любом магазине смогу купить. Рута желтый, Макс Марк красный обычный, он просто здесь, дело в том, что еще заканчивается, так цвет мне, в принципе, нравится. Но у меня есть от флормар подобный, и мне он больше как-то подходит. Под скету, кстати, вот он у меня на ноготке сейчас. Вот. Неплохой бальзам, но он тоже холодит губы. Запах у него, конечно, очень химозный. И из-за этого я от него избавляюсь. Вот такая вот помада от Color Trend. Это у меня, она идет в оттенке Sparkle. В общем, это такой вот вроде бы как бы нюдовый оттенок. Но он довольно-таки перламутровый. И на губах, если честно, я ею пользовалась зимой и наносила так совсем точечно, растирала пальчиком, тогда еще как-то более-менее. Но у меня есть очень много нюдовых оттенков, которые, в принципе, заменяют мне эту помаду. Я не хочу больше как-то изощряться. Вот этот точно такой же вариант. Неплохой блеск такой от... Alex Horse, по-моему. Неплохой запах у него. Цвет тоже такой темнее, конечно, обычного нюд. Но тоже изощряться не хочу как-то чего-то где-то. У меня есть обычные нюдовые помады и блески, которыми я довольна и которые мне нравятся. И два вот таких карандашика от Podium. Один такой серебристый. Вот такой вот серебристый оттенок. Избавляюсь от него, потому что как-то, не знаю, цвет не оправдал. Я думала, он не такой будет вульгарный на глазах, как-то не очень мне нравится. И вот такой вот обычный серый, он такого же оттенка, как вот здесь вот вы видите цвет карандаша самого. Он такой черно даже серый. Я раньше ему брови оформляла и глаза подводила, просто уже такой вот огрызочек. И пользуюсь им редко, потому что есть очень много всяких карандашей и подводок. Разбавляя другую тональную основу, я добавляла буквально каплю, и все равно тональная основа становилась очень розовая. Не знаю, не впечатлил. Оттенок не понравился, но сама тональная основа очень стойкая. Это, если я не сказала, от L'Oréal Infallible, которая 16 часов. Это у меня оттенок, кстати, 145. В принципе, вот это вот и все, что я хочу отдать, от чего я хочу избавиться. Это те продукты, которыми я, в принципе, может быть, где-то недовольна. По-быстренькому так рассказала. Надеюсь, видео не затянется. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!